РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области. Предприятия взяли на себя дополнительные природоохранные обязательства. Экостандарт региона был утвержден в прошлом году. Это свод норм и рекомендаций для предприятий, которые оказывают или могут оказать влияние на окружающую среду. При этом они жестче действующих нормативно-правовых актов. Первый объект в стране, который так рекультивирован. Вагонов, трамвайных вагонов для города Магнитогорска. И мы предложили нашим промышленным предприятиям добровольно присоединиться к экологическому стандарту Челябинской области. Коллеги, я хочу отметить, что в настоящее время 16 крупных промышленных предприятий к этому стандарту добровольно присоединились. Мы это приветствуем. Всего с 2012 года русская медная компания направила на реализацию экологических проектов в территориях присутствия более 14 миллиардов рублей. Кроме того, в 2021 году стартовал самый масштабный в России частный проект ликвидации накопленного в 20 веке экологического вреда в городе Карабаше. Общие инвестиции РМК в его реализацию оцениваются в 2 миллиарда.